Добрый день всем! Я думаю, что каждую женщину, каждую девушку волнуют возрастные изменения кожи. И мы все думаем о том, как выглядеть лучше и моложе. Ну, я не исключение. И некоторое время назад, может быть полгода, может быть чуть больше, я узнала о средстве, это называется Скульптор для груди и шеи. Я почитала о нем, почитала о том, что подтягивает овал лица, выравнивает структуру шеи, убирает морщинки, выглаживает кожу области шеи и декольте. И, соответственно, я люблю все пробовать на себе, я люблю смотреть на результаты, и, естественно, я себе ее приобрела, его скульптор. Я его себе приобрела. И вы знаете, уже по использованию, наверное, половины тюбика я увидела результат. К сожалению, я не снимала весь этот процесс до и после, но у меня есть фотографии, подтверждающие то, что второй подбородок я свой, вот благодаря вот этому средству, подтянула. Как же я его использую? Примерно фасолинку, может быть, чуть больше, выдавливаю сюда. И уже на подготовленную шею и грудь. Что значит подготовленная шея? Мы делаем основной уход, мы очищаем, потом наносим средства, крема, дневные, ночные, сыворотки. Все абсолютно я наношу. А потом вот такими движениями наношу сыворотку и, соответственно, область груди. Вот так. Я очень довольна результатом. Вы тоже можете посмотреть. И на самом деле рекомендую. Средство просто бомба. Не нужны никакие филлеры. Но, по крайней мере, я их еще не делала и пока довольна этим. Всем хорошего дня!